Здравствуйте, братья и сестры! Приближается праздник Святой Троицы. Это один из самых сложных для восприятия, понимания человеческого разума догмат православной церкви, то есть истина о том, что Бог есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Богословие православной церкви изложено в ее песнопениях, особенно это стихиры, каноны, где в текстах богослужебных раскрывается глубокий смысл того или иного евангельского события, таких как, например, преображение Господне или Рождество Христово. Так вот и Дню Святой Троицы посвящено много глубоких песнопений, постигая которые, мы можем, насколько это возможно для нашего сознания, разума, понять глубину того или иного догмата, то есть истины о Боге. И хочу предложить вашему вниманию накануне праздника Святой Троицы одно из самых замечательных песнопений: «Приидите, люди, триипостасному божеству поклонимся». Вы прослушаете это песнопение в исполнении хора Троицы Сергиевой Лавры и прочитаете текст, который будет приложен к этому видео. И текст будет с переводом на русский язык. И в этом песнопении, мне кажется, лучше всего раскрыто понимание этого праздника, этого события, этого откровения Бога о себе, что Бог есть Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Как говорил Господь Иисус Христос, посылая своих учеников на проповедь: «Идите, научите, крестя все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот и мы, тем, кому обращена проповедь апостолов, должны постигать эту истину вот полноты божества. Послушайте это песнопение, познакомьтесь с текстом, и я очень надеюсь, что и другие песнопения этого праздника, в которых изложено наше вероучение, станут вам понятны и полезны для души. Храни Господь! Субтитры сделал DimaTorzok.